Всем привет, с вами Войс, и сегодня я бы хотел... Странные, гневные, непонятные комментарии. Поехали. Почему тебя начало это телеканала очень классное? Мне нравится, очень на-на-на-на-на-на-на нравится. Начало телеканал очень классно. Уинрар, Сочи, а-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Комната ангарская, собака. Просто пока. Я бы это прокомментировал, просто у меня вообще нет слов. Я даже не знаю, что она хотела передать своим комментариям. Хрен с ним. Войс, ты вообще единорог пафосный? Единорог? Блядь, а что за шишка выскочила? Так, нет. Утром я единорог, да только рог в районе. Закрой свой рот, тебя дети смотрят. Трансформация! Где русский язык? Где школа? Где обучение? По фотографии можно сказать, что ему примерно года 3 или 4. И это уже многое говорит. То есть в 3-4 года уже печатать самостоятельно комментарии. Это же просто... Зачем? Это зачем надо? Мне 13 лет. Многого добился, ему уже 13. Дожить в России до такого возраста, это уже, мне кажется, огромный опыт. Шучу, тихо, тихо. Смешно, никогда так не смеялся. Очень эмоциональный комментарий, я очень искренне рад, просто взрываюсь от восторга, то, что у меня вот такие вот подписчики. Спасибо большое, это очень эмоционально, на самом деле. Я чуть в обморок не упал, когда это услышал. Да. А вообще очень странно для человека с женским именем говорить себе в мужском роде. Тот Боб гада, зомби сест. Боб, он рассыпается в солнце. Главное, чтобы вы не рассыпались в солнце, и тогда у нас все будет хорошо. Но вообще, если так подумать над этим комментарием, можно сразу сказать то, что... Я ни хрена не понимаю! Я не понимаю этот комментарий, ну я не понимаю его! Ха-ха! Напиши это к 3 видео, хлопни 5 раз и загляни под подушку. Я в шоке! 3 видео написали. Так, ну-ка, давайте посмотрим. Вау! Вау! Это же мой айфон, который я положил под подушку буквально 10 секунд назад. И вот то, что прислала мне моя младшая сестра. Привет, ты Катя Клэп. Я нашел iPhone 6. Я тоже нашел. И уже, между прочим, в чехле. Ну и что, что чехол использованный? Значит, у этого телефона есть опыт. К чему это вообще было? Пимпец, классно вообще. Скачала карту. Класс. Вот это класс. Послушай, представляешь, сегодня играл в Майнкрафт, скачала карту, а меня убил зомби. Карта просто класс на самом деле. Ты представляешь, Стейси? Ну, Стейси, что? Ты не играешь в Майнкрафт? Ах ты, сучка, Стейси. Это видео заставило меня подписаться, притом насильно. А вы думали, мои видео просты? Нет. Ну что, понравилось видео? Будешь подписываться? В смысле, не будешь? Будешь. Будешь, конечно. Вот ты чмо. А в твоем канале есть смысл? Да, есть, есть, есть смысл. Смысл в моем канале, чтобы позлить тебя. Итак, ну вот, в принципе, и все, дорогие друзья. Я надеюсь, то, что вам понравилось. И если это действительно так, то обязательно ставьте лайк, а также подписывайтесь. С вами был Войс, увидимся в новых сериях. Пока. Бум!